Ну и денек. Где я? Ты мертв. Это что, шутка? Обхохочешься. Но твои таланты нам пригодятся. Добро пожаловать в призрачный патруль. Призрачный патруль? Департамент «Покойся с миром». Вижу, ты меня понял. Твоя работа – ловить мертвецов, которые скрываются от правосудия. Знакомься, твой новый напарник. Нет, пока не заслужил. За мной. Universal Pictures представляет. Мы – лучшие законники среди живых и мертвых. Беглые души взяли за моду притворяться людьми. Черт, куда бы пальнуть? Глаза разбегаются. И еще кое-что. Теперь у тебя и голос не твой, и рожа чужая. И на кого я похож? Серьезно? Дедок китайский? А ты тогда кто? Твоя взяла, Рой. Готов? Стэнли Новицкий. Департамент здравоохранения. Мы подозреваем, что вы мертвы. Он твой. Не благодари. Нет, и близко к нему не подойду. Главное, не напрягайся! Как ты заметил, парни, мы живучие. Но больно, блин. В этом году. Такого что-то не припомню. Если мертвые одержат верх, миру людей конец. Они ошиблись адресом. Этот мир принадлежит живым, и призрачный патруль об этом позаботится. Они защищают наш мир. Какого? От гостей с того света. Пока все неплохо. Кроме грядущего апокалипсиса. Призрачный патруль. Весело, да? Главное, не напрягайся. Смотрите в кинотеатрах с 18 июля.